Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Мы сегодня будем с вами делать вот такого замечательного поросенка. Для его изготовления нам понадобится губка, силиконовые резиночки, из цветной бумаги глазки, пятачок и ротик. Итак, приступим. Для начала возьмем губку. Разделим ее пополам силиконовой резиночкой. Чтобы у нас получилась голова и туловище. Теперь на голове мы сделаем ушки. Берем также силиконовую резиночку. Поворачиваем. Одно ушко готово. И второе ушко. Поправим. Так, ушки готовы. Следующее будем делать на туловище копытца. Также берем резиночку и выделяем. Копытца готовы. Немножко поправим. Теперь приклеим глазки. Готово. Следующий мы клеим пятачок. Ротик. Вот уже замечательный у нас поросенок получается. И остались мелкие детали. К нашему поросенку я приклею бантик. И вот такое сердечко. Вот такая чудесная девочка у нас получилась. Надеюсь, у вас получится еще лучше. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания.